Как она, чё? Да ничего, Владимир Иванович, здорово. Как у тебя дела? Сигарету дай. Сигарчушку? А? Чё нового? Хлеба взял. Хлеб опять взял? Ага. Юрик. Юрок, ты не уехал еще? Таких не берут, космонавт. Не берут, Юрсон. Здорово. 5 утра поедем. Завтра. Все, на лыжи. Сидора собрал. Отдыхать. Поедем, отдохнем на море. Собрал баулы. Да сидим в тенечке, вот, присел отдохнуть. Хотели купить велосипед Эльвире. Что-то со связью плоховато, никак на связь не выходим. Ну да ладно. Может быть, в другой раз. Как получится. С кем поедешь, Юр? На маршрутке. На маршрутке? Своим ходом, да? Пакет, да. Ну, я же свободный. На 3 года, Юр. 7 месяцев. 3 месяца? 7. А, 7 месяцев? Ну ничего. Не будем летать с тобой, да? 7 месяцев не видно будет? Да не буду приезжать. Не будешь приезжать? Буду. И тебе не нравится? Как-то без вашей самогонки. Да. Ну как соскучишь, если это надо. Я вот гуляю 3 месяца, срок идет и ладно. Там пойду я в стопочку добавлю. Стопарик. Для настроения. Да. Ну понял. Ну звони, Юрок, туго будет. Чем могу, помогу. Да увидимся. Давай, Юр, давай, удачи тебе. Юрок, все, на вольное поселение. Подматывает в 5 утра на 7 месяцев. Ну ты что, Владимир Иванович, скажешь? Володь тоже скоро поедет в Москву. 1000 рублей дашь? Да дам. А на что тебе? На колбасу, на ветчину. О, это хорошо. Колбаска всегда приветствуется. А хлеба не будет платить, Владимир? Буду. Да? Скажи, как будет деньги? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ты Олега случайно с женой не видел сегодня? Нет. А кого видел-то? Сергея и тебя. А-а-а. И Норку. Все ясно. Она вот хлеба мне дала. Ну да. Хлеб это хорошо. Ей 100 рублей заплатить надо. Дай 1000 рублей. Что, заплатить за хлеб? А. Сейчас оплатим. Все будет хорошо, дядь Вов. Главное, не спешить никуда. В тенечке прям так хорошо. У нас жара, друзья. Конкретная. Тебе не жарко в пиджачке, Владимир Нет. Иванович? Не?
1000 рублей, дай. Да я же сказал же уже. Че ты все время спешишь так быстро? А? Полковник. За хлеб заплатить надо. Да сейчас расплатимся. Постой ты в тенечке. Пока здесь не закрылись. Ща пробьем. Друзья мои, всем хорошего дня. Мы на линии. Едем дальше потихонечку, полигонечку. Да, дядь Володь? А? Ну вот как-то так-то. Всем добра.